Не ждать, когда работа сама тебя найдет, быть активными, учиться грамотно себя представлять работодателям в резюме, по телефону и во время личных встреч. Кроме того, специалисты Центра занятости рассказывают об услугах интерактивного портала, общероссийской базе вакансий. Сегодня формируется ее раздел для тех, у кого пока нет опыта работы. Это, пожалуй, основное препятствие для тех, кто ее ищет. В Анапе пока открыто 90 таких вакансий. Сейчас активно идет агитация работодателей, то есть мы ожидаем, конечно, поступления и таких вакансий профильных, узких специализаций, то, что требуется конкретно в нашем городе. Есть работодатели, которые готовы научить сами, то есть не переучивать человека, а научить своим каким-то нюансам в работе. Но для работодателей основное, как бы, это отсутствие опыта работы. То есть основной критерий, который пугает, это отсутствие опыта работы и, возможно, молодой возраст, то, что девочки уходят в декрет, допустим. В аудитории будущие педагоги, большинство из них уже нашли работу, их ждут. Помимо этого, здесь готовят специалистов по бухгалтерскому учету, дизайнеров, компьютерщиков. В этом году в колледже и университете получат дипломы 320 молодых людей, на 20 больше, чем в прошлом году. По статистике, около 80% выпускников практически сразу идут на свою первую работу. Такой результат здесь называют как минимум неплохим. Образование – это двухсторонний процесс. Есть и запросы работодателей, есть и запросы рынка труда. Если требуются педагоги, мы выпускаем педагогов. Если требуются муниципальные служащие и специалисты гостиничного сервиса для нашего города, мы выпускаем муниципальных служащих и специалистов гостиничного сервиса. Мы отвечаем требованиям рынка труда. Анжелина из Витязева учится на 4-м курсе университета. Специальность – государственное и муниципальное управление. Девушка рассматривает ее как базовую, универсальную. Есть экономический блок, есть юридический. При необходимости можно здесь же пройти годичный курс, развиваясь в одном из этих направлений или получить дополнительные знания из другой сферы. Для начала нужно закончить, сдать госэкзамены, защитить диплом, а потом уже будем смотреть, стремиться к чему-то. Боюсь что-то загадывать, но хочется, конечно, пойти работать в администрацию и подниматься. Если не попаду в администрацию, то вообще в перспективе открыть свое дело, заработать на себя и быть предпринимателем. Главное, что сегодня рекомендуют педагоги уже будущим студентам, выбирать ту специальность, которая действительно интересна. Тогда учеба будет не в тягость, появится интерес к саморазвитию и получению дополнительных знаний, а такие специалисты будут востребованы всегда. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.